Мы наконец-таки купили клубничку 7 килограмм. И сейчас я буду замораживать ее. Взяла несколько чашек, что-то буду блендерить, что-то буду целиком. В общем, покажу дальше, как это все будет происходить. Купила уже одноразовые контейнеры. И будет вкуснота. Почистила, получилось 2 контейнера. Эти оставлю целиком, эти буду блендерить, мешать с сахаром. Добавляю сахар, мешаю хорошенечко, чтобы на дне не было сахара. И получается, смотрите, какая красота ароматная. Сладость. Ну вот, как-то так получается. Главное, чтобы клубничка была вся в пюрешке. Теперь буду это все дело отправить в морозилку. Сюда мне немножко не хватило. Сейчас буду еще блендерить. Остальное буду чистить попозже, потому что сейчас в любом случае Альтаир проснется, начнет мешать. Вот так вот будем замораживать. И зимой мы с вами достанем, попробуем. Очень вкусная, она как свежая, как десерт, а не варенье. Данелли может такой один контейнер сама съесть. Помните, я чистила шкафы от жуков? Там не было нигде жуков, все проверила, но на всякий случай все-таки поместилась. Сейчас буду убирать, потому что сюда придет клубничка. У меня 5 вот таких контейнеров, пока сверху ничего не ставлю, чтобы не придавились они. Еще 2 таких. Это сегодня не готовила, зато с утра... Были горячие баурсаки по заказу Макса. Однажды я приготовила с утра оладьи, то есть это были панкейки. И по запаху Макс подумал, что это баурсаки, а он любит горячие баурсаки. В общем, я его расстроила. Решила порадовать сегодня, пожарила баурсаки. Некоторые у меня почернели, подгорели немножко, пока пыталась все успеть, всех успеть покормить на завтрак. В общем, возможно, приготовим пельмешки, либо чай попьем просто с баурсаками. Эти контейнеры решила оставить здесь, пока на столешнице, чтобы они подсохли. Я их достала из морозилки, они начали потеть из холода в жару. Думаю, пусть здесь подстоят немножко, потом отправлю по шкафам. Что, а вот все, что осталось от большого ящика с клубникой по партии. Буду сейчас мыть, чистить, если успею. Еще сделаю клубничку. Правда, не знаю, может быть, сделать повидло. Хотя я никогда в жизни не закатывала банки, не варила варенье. Мои-то 31. Поэтому не знаю, мне проще заморозить. Баурсаки, кстати, получились воздушные, но почему-то не пустые внутри. Я люблю, чтобы были пустые. Данель любит, чтобы были с тестом внутри. Вот как раз придется садика обрадоваться. Я же не могу, чтобы у меня не было дома еды. Готовлю быструю еду с готовым мясом, с сваренным, куриное мясо, картошечка, макароны и с луком. Будет очень просто, быстро и вкусно. Убоги, впервые на этом свете Дарина собралась варить варенье. Засыпала сахар и клубнику. Будем ждать, пока растает. В общем, готовлю по рецепту в Ютубе. Мама, наверное, так же делает, не знаю. 100 раз спрашиваю, 100 раз забываю, как мама готовит. В общем, пожелайте мне удачи. Итак, фронт. Новости с фронта. Готовим варенье впервые. Поставила на газ. Буду теперь пару раз помешивать аккуратненько, просто так переворачивать. В течение 5 минут покипячу и оставлю. Завтра посмотрю, если надо будет, еще разочек прокипячу, где-то через часов 6, либо 12. Просто сахар, и у меня клубника постояла где-то часов 6 тоже. Просто так сама в сахаре. Моя клубничка вроде готова, сахар весь растаял. Сахара, я думаю, достаточно. Уже сегодня попили чай с клубничным вареньем. Жду маму, чтобы она мне помогла закрыть эти... 3 баночки, или сколько их там будет, 2, 3, 4. Потому что сама закрывать я не умею, закатывать. Но что-то мамы еще нет и нет. Думаю, может быть, просто закрыть и закрутить крышкой. Такой, который закручивается.
Вот когда не знаешь, вроде 100 раз смотрела в детстве, как мама это делает, а сейчас вот думаю, как правильно сделать и как сделать так, чтобы оно не прокисло, пока мама приедет. Получилось смотреть такое достаточно густое, не жидкое. Мне нравится. Еще можно добавить по рецепту лимонную кислоту, либо ну, там чайную ложечку, либо лимонный сок, чтобы был цвет еще ярче. Ну, я думаю, и так нормально, потому что этого у меня дома нет. Я не подготовилась, все было очень спонтанно. Как думаете, разлить по баночкам обычным и убрать, может быть, в холодильник?